а теперь я могу спасаться в метро и вот так, благодаря своему конфетному планшету. Ну, как бы вам сказать, вот это ровно точно так же выглядело. Вообще, точно так же. То есть, вот, завершается мой путь из консерватории через Кубну. В общем, вот так. Вот это здесь не стояло, вот это я люблю. Автомат по продаже еды. Если бы не мой гастрит, а что, может, все-таки возьму? Эх, блин. Взял бы я Сникерс, конечно. Сникерснул бы. Нет, не взял. Ладно. Пойдем. Все, сейчас выход. Вот. Все точно так же, только вот этих желтеньких предусмотрительных черт не было. И без них было хорошо. И вот этого светофора маразматического не было. Это московский светофорный маразм. Вот переход. И здесь же переход наружный, задерживающий движение машин. Пахнет съестным. Тот момент, когда жалеешь, что пока не передают запахи. Ну и хорошо. Тоже будет лишнее. Все-таки пока, значит, что-то не передается, есть шанс, что это останется искусством. Завтра дойдем мы к Владимиру Астафьеву в 12, спросим, посмотрим, какие диски он нам принесет игровые, и уедем на исследовательскую станцию.